Ну что, ребят, всем привет. Сегодня, к сожалению или к счастью, мы обойдемся без гейминга. Чисто пообщаемся немножечко, посмотрим, что у нас изменилось, что появилось, к чему мы пришли и так далее. Ну, начнем, наверное, с самого, пожалуй, что главного, и то, о чем мы, скорее всего, даже не подозревали, так как вот этот замечательнейший топик на русском языке опубликован на голландском форуме. Ну, в принципе, ничего нового. Как бы Urban Rivals, на то он и Urban Rivals, да? Теперь быстренько по самому топику. Дело в том, что, возможно, вы знали, возможно, нет, но в предыдущем сезоне UFC разыгрывалась Nintendo Switch Lite, за которую множество игроков боролось, и, собственно говоря, победил человечек, который сейчас вам все это вещает. Вот это да. В принципе, ну, хвастовство не хвастовство, но считаю, что, в принципе, наверное, это более-менее закономерно. Потому что, как ни крути, но наибольшее количество побед в этих самых сезонах UFC было у меня. Поэтому я автоматически и должен был становиться, если не единоличным фаворитом, то одним из. Ну и, в принципе, мне достойную оппозицию только один молодой человек из Франции или Португалии оказывал. Уже не знаю, откуда он там, Мигель Алвес, тот самый Мигель Алвес, с которым у меня было немалое количество битв, но в UFC пока что я его, слава богу, побеждаю стабильно. В принципе, здесь особо ничего интересного. Поздравляем победителя, тролливали, гиперлинк не дали. В рифму еще и, да. В общем, ничего нового. Ну, мне, в принципе, этот линк не особо и нужен был. Я рейтинга на свою колодку уже там поднабил. На нее мы тоже глянем. Поэтому, если вот хотите почитать на русском этот топик, можете его на голландскую ветку открывать, либо просто на английском. Вообще, в принципе, не рекомендую через русский форум сидеть, потому что до нас все доходит с опозданием, и не всегда доходит, и не всегда корректно доходит. Поэтому, если хотите все знать, то лучше английский форум открывать, а еще лучше французский. Так. Приношу извинения, надо было отключить уведомления, ну ладно. Быстренько сейчас к колодке перейдем. Так. Feel yes switch. Ой, нажали мы, как всегда, не туда. Точнее, нажали мы, может быть, и туда, но, к сожалению, пока страница грузится, корректно отобразиться ничего не может. В общем, сейчас быстренько колодку с вами глянем. Вот тут я еще писал замечательнейшее послание на английском языке, но думаю, кому будет интересно, тот так поймет. Такая вот небольшой сторитейлинг с моей стороны. В принципе, если такой формат видео как сейчас зайдет, то можно будет вообще там всякие вопросы-ответы сделать и прочее. То есть не только гейминг, а и какие-то небольшие повествования с моей стороны. В общем, вот такая колодка. Ну, на самом деле, для меня она плюс-минус стандартная. Я не единожды уже играл через main клан Пусик, только раньше Пусики у меня были, конечно, в более больших звездах взяты. Но вот сейчас я решил немного поэкспериментировать. В принципе, эксперимент, можно сказать, что удался. Сейчас мы русскую веточку-то подоткроем только. В принципе, может... А, понятно. Ну, у меня жирные пальцы, ребят, извините. Приношу извинения. Вот, смотрим. Ну, в принципе, здесь у меня неплохой такой винстейк выдан. По-моему, здесь всего два луза в этой статье. Вот один Туатео молодому и UFC Dark Meat. В общем, у меня два луза, все остальное здесь одни вин. То есть винстейк я выдал недурственный, скажем так. При том, что колоду назвать доминантной нельзя было. То есть ловил я достаточное количество контрпиков, если говорить прям максимально объективно. По колоде, в принципе, я думаю, все. Еще какая интересная информация. Если вдруг кто-то захочет играть, то этот сезон UFC также сопровождается главным призом Nintendo Switch 2. Ну, я, может быть, тоже поиграю, как бы. Не думаю, что мне дадут взять вторую подряд, но во всяком случае попробовать можно будет, да. Так, еще что из интересного. У моего многоуважаемого товарища Изейшего вышла на Eklins статейка плюс новая функция на Eklins самом. UFC Stats называется. Так, к сожалению, к вот этой статистике, что я сейчас буду показывать, уже доступа нет. Это статистика прошлого сезона. Вот, в принципе, мы можем видеть вот мой рейтинг 1533 и мой win rate 66-87, то есть почти 67%. Моя статистика, в принципе, не изменилась с вот этого скрина, так как я партии закончил еще в субботу, и в воскресенье мне вообще не пришлось играть. Ну, стата, не знаю. Как бы, вот мы можем, допустим, смотреть на третьем месте. Нет, обманываю. 64 где-то у него процента, по-моему, было. 64%. А, да нет, по-моему, на втором месте здесь идет не он. 56,
68, 62. Блин, офиг его знает. Я думал, еще тут сейчас Мигеля Алваса мы глянем. Но что-то я не могу понять, где он тут. По идее, на втором месте не он, потому что мне казалось, что у него 64 идет процента. Но на втором месте он, ну, точнее, над этим тоже точно не он идет. У него было больше партий, чем у меня. Поэтому не знаю, если честно, где он тут в этом списке. К сожалению, сейчас найти не могу. Но, в общем, я вот первый. Здесь по Венриту я уступаю только вон Сабадеру, у которого 76-92, но у него и количество игр гораздо меньше, типа 39 игр. Это связано с тем, что человек уже начинал с 1000 эту неделю, а я начинал где-то с 200 очков эту неделю, поэтому мне предстоял долгий путь из помойки. А еще из интересной информации, так, на это когда обновление, это не важно. Не знаю, вот это так называемая графа по датам, каким образом я гриндился. Вот, в принципе, тут мы и можем увидеть, что... Ну, хотя здесь написано... А, здесь же только ZPL стат. Да, то есть я вошел в ZPL, когда у меня было уже 750. То есть до этого партии не учитывались. Ну, в общем, кому будет интересно, я ссылочку оставлю в описании. Можете там зайти, почекать. Там много всего интересного есть. Есть и темки, которые было бы интересно обсудить. Особенно с учетом того, что в русском секторе вообще, я думаю, сейчас люди не особо понимают, что происходит в этой игре. Люди так чисто заходят там покомментить карточки и спросить, где карточки за сезон. Что-то в этом духе, да? Потому что, ну, не знаю, я, наверное, за этот сезон вообще ни одного русскоязычного игрока в UFC даже не встретил. Поэтому довольно грустно. Ну и, конечно же, по нашей доброй традиции надо бы лотерейку какую-то сделать, да? Поэтому давайте мы сейчас какую-нибудь карточку подвыберем. Что там сейчас дорогое? Надо на рынок, наверное, лучше зайти. Там мы ее выберем для этой лотерейки. Язык, конечно, не особо привлекательный для меня, но ничего. Маркет мы, я думаю, сможем узнать. Так, что еще интересного? Ну, видосы насчет... Какую-то информацию насчет видосов, насколько я буду стабильно и нестабильно выставлять. Наверное, не скажу я вам. Да что ж такое? Не получается мне открыть рынок, ребят. Как мы видим, не так это просто. Но мы смогли. Не знаю, насколько стабильно и нестабильно будут ли вообще выходить. Ну, конечно, постараюсь. Но не знаю. Многое зависит, конечно же, от желания. В прошлом сезоне я не мог в любом случае создавать видосы. По той простой причине, что, ну, сами понимаете, нужно было сфокусироваться на победе. Все-таки первый сезон, в котором дают Nintendo Switch. И я явно чувствовал, что я могу его взять. Ну, вон у меня 10 гуру лежит. Вот, короче, гуру КР мы с вами, наверное, и разыграем. Думаю, от потери одного гуру я не умру. Можете, пожалуйста, его арт открыть? Вот. Вот этот молодой человек уйдет кому-то из вас. Давайте, наверное, будем на этой ноте прощаться. Возможно, в ближайшее время выйдет еще и видосик с UFC-шкой, с геймингом нашим с вами любимым. Ну а так, пишите свои идеи. Возможно, будут видео на английском. If I would have enough activity from English language people, I would make videos in English, of course. Если же активность будет не очень, то, конечно же, на русском все будем пилить. Так мне, естественно, так комфортнее будет. Ну а так, что, участвуйте в лотерейке. Правила будут, как всегда, зарепостить на споте вот этот видос, подписку на мой канал и лайкосик на канале. И все, в принципе. А, ну и, наверное, написать комментарий еще надо будет в самом споте, чтобы я смог потом найти. Ну а так, конечно же, лайкосы, подписки, ребята, активность, мотивация для меня и так далее. Все, всех целую, всех обнял. Надеюсь, скучали, так как комментарии под своими старыми постами и видосами я видел, не все положительные, но сам факт, что видел, значит, по всей видимости, вы меня еще помните.